Под новогодней сияющей разноцветными огнями елкой собралась шумная детвора. Дед Мороз открыл свой волшебный мешок и начал раздавать подарки детям. Вот увидишь, Миша, к нам тоже на Новый год прилетит Дед Мороз с подарками. И каждый чего-то чудесного ждет от нового-нового года. Я очень хочу, чтобы Новый год поскорее наступил. А Баба-Яга против? Может, я спою? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Дедушка, нам звонят. Сейчас, сейчас, внученька. Дедушка Мороз и Снегурочка! Здравствуйте, детишки! Мы приглашаем вас на елку в наш детский сад! Обязательно будем! Вот только соберем мешок с подарками! Мы будем ждать вас на новогоднем празднике! Снегурочка, внученька, готовь мешок с подарками к погрузке! Где мешок? Где подарки? Будет вам сейчас подарочек! Начинаем колдовать. Mm-hmm.
О, яка! Погоди! Теперь пора к детворе, на елку. Дождались они нас подарками, дедушка. Полетели!